Забота о детях нашла отражение во всех разделах выставки. Различные продукты детского питания, и среди них много новинок, на стендах раздела пищевой промышленности. Новинки макаронных фабрик. С мастерством работников хлебозаводов соревнуются кондитеры. Производство тортов и пирожных вырастет вдвое за пятилетку. Новые сорта печенья и конфет. По-новому выглядит и упаковка. Тонизирующие безалкогольные напитки. Напитки на натуральных соках. Пиво на все вкусы. Оформление товаров должно радовать глаз. Для женщин в новом оформлении духи новых ароматов. Пищевая промышленность выпускает новые моющие средства. А мясомолочные – новые лекарственные препараты. Развитие животноводства позволит увеличить выпуск мясных консервов более 100 наименований. Дорогу для завтрака туристу. Мелкая расфасовка удобна и магазину, и покупателю. К концу пятилетки выработка колбасных изделий достигнет 2 миллионов тонн. Цифры говорят об увеличении выпуска сыров. Высококалорийный новый сыр «Янтарь». Новинок много, и без сомнения они понравятся покупателям. Вот как вырастет выпуск молока в пакетах. За пятилетие почти в 1,5 раза должны увеличить производство продукции предприятий пищевой и мясомолочной промышленности.